Растущему населению Красного Села нужны поликлиники, школы и детские сады. О планах на ближайшее время рассказали районные власти на встрече с жителями. Один из самых наболевших вопросов – возведение долгожданных поликлиник, взрослой и детской. Их обещали открыть еще в 2014 году, на 300-летие Красного Села. Однако из-за недостаточного финансирования и нерадивых подрядчиков предыдущих лет работы не завершены по сей день. В придачу ко всему здания потихоньку разрушаются. В этом году мы должны их пустить в эксплуатацию в декабре месяце. Я очень надеюсь, как я уже сказал, что строители нас не подведут. Во всяком случае, на моем контроле эти поликлиники стоят. Не менее острая проблема для быстро растущего Красного Села – нехватка детских садов. Впрочем, как и для всего района. Чтобы снизить очереди, в этом году в Красносельском планируют открыть 11 новых учреждений, куда сможет ходить 1270 дошколят. Из них один детский сад будет введен на 1 мая на 42 человека. Естественно, наполняемость мы себе такую роскошь не можем позволить. Но реальная наполняемость в детских садах у нас превышает сейчас 130%. Естественно, посещать эти детские сады будет гораздо больше детишек, чем сейчас у нас находится на очереди. Немногим лучше обстоят дела с общеобразовательными учреждениями. В связи с этим жители спрашивают, почему не реконструируется старое здание 276-й школы. Первый заместитель главы районной администрации Павел Бурмистров ответил, что до конца марта будет закончена проектно-сметная документация. И после этого начнется ремонт здания. Открыть обновленную школу должны 1 сентября 2018 года, где помимо обычных классов будут еще и коррекционные.